Всем, кому это интересно. Третий год я сижу в российской тюрьме. Третий год против моей страны ведут войну. Враг воюет подло, из-под тишка, делая вид, что он тут ни при чем. Ему никто уже не верит, но его это не останавливает. Война не бывает красивой, но правда все равно за нами. Мы ни на кого не нападали. Мы защищаемся. Но кроме этого врага, которого все знают и который снаружи, есть и другие. Они помельче, но они внутри. Тут, под кожей, почти свои. Но они не за нас, они за себя. Кто-то остался от старых времен. Кто-то просто хочет жить по-старому, но под новой личиной. Не выйдет. И у того большого, и у этих поменьше цели разные, но нам с ними не по пути. Я не буду говорить, мы посмотрим, кто кого. Я и так знаю, кто победит. Стремление к свободе и прогрессу не остановить. Нас много в плену в России и еще больше на Донбассе. Кого-то уже освободили, остальные ждут и надеются. У каждого своя история и условия содержания. Кто-то на пленных пиарится, кто-то реально работает. Становиться более известным заключенным, чтобы тебя обменяли быстрее на других, это не тот путь, по которому я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор. Здесь в заключении мы ограничены. И даже не свобода, этого уже не отнять. Мы ограничены тем, что мало можем сделать для страны. Точнее, сделать можем только одно – держаться. Не надо нас вытягивать любой ценой, победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага – да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется. Слава Украине! Олег Сенцов. Олег Сенцов. Олег Сенцов. Олег Сенцов. Олег Сенцов. Август 2016 года.